Мы находимся в парке, который называется Adventure Park, где вот всякие экстремальные для детей эти самые, как сказать, даже полоса препятствий. Вот. Вот, посмотрите, как все выглядит. Как тихо, да, здесь? Ленчик собирает грибы. Так, я еще один нашла грибочек. Еще один нашла? Да, такой хорошенький. Ну-ка, покажи-ка. О, вот, смотри. О, вот этот вообще хороший грибочек. Чем-то похож. О, слушай, классно. Это на масленку похож. Это хороший вообще гриб. Ой, пахнет хорошо. Да? Как да, настоящий гриб. Понюхай. Ну-ка, вот этот, да, похоже, как будто пахнет это. И он такой слизистый, на маслята похож. Угу. На масленка. Классный. Ладно. Дианка, что там нашла? Ты там нашла целую пачку грибов, да? О, ну-ка подожди, не трогай. Еще бывают древесные угли. Ой, угли. Грибы. Угу. Да. Дианка, вообще скажи, где мы находимся? Что это? В лесу. Эти грибы. Эти растут вообще из-под земли прямо. В песке растут. Да, и такие тверденькие. Что это такое? Ну-ка давайте один срежем, посмотрим. Так. О, слушай, это не тот, который продают вот в магазинах, а? Ух ты. Гриб, помнишь, Лен, вот мы покупаем иногда в коробке. Пахнет хорошо. Очень похоже на такой гриб. Вот как бы нам спросить у кого, кто узнает. Очень похоже на тот гриб, который это, который продают в магазинах здесь в коробках. Блин, ну как же понять, хороший гриб. Набери их, а мы потом рассортируем кого-нибудь. Шляпка хорошая. Угу. Ой, они хорошие или не хорошие? Ну кого же мы спросим, а? Угу. Ладно, возьму один большой вариант и два маленьких. Угу. Вы, Степа. Здорово. Угу. Ладно. Вот классные какие у них тут эти всякие лазанки. Пойдем туда дальше. Ева, ты будешь там сидеть ждать? Пошли, Ева. Папа, смотри. А. Сейчас пойдем дальше, там нас никто не увидит. It's moving by itself, видишь? Когда я дергаю, смотри. Ага. Пошлите. Дианка, я думаю, ты, наверное, не залази, потому что тут, наверное, не надо везде висеть без спроса. Так, стой. Нет, слушай, по-моему, пахнет. Че? Ну, так похоже. Понюхайся к ножке. Ну, по запаху тяжело сказать, что это самое. Потому что вот нам в коробках вот такие же грибы привозят в магазине. Это. Угу. Слушай, ну вообще высокие такие деревья. Угу. Разные лазанки. Угу. Красивый такой лес. Идем дальше. Ну, это лес дикий, мне назовешь, конечно. Что там, Лен? Strictly not access when not attached to the safety system. Ну это только если ты лазишь тут по этим. А, все, страховочная система, если у тебя нет. Да, да. То есть не стоит лазить. Да. Ну, ну, ясно. Папа, то есть тыкаться. Угу. Землю зарыто специально идти. Видишь? Крепление, да, карабины. Да, себя прицепил и, пожалуйста, угу. А вот там все, да. Чтобы высоко некоторые аттракции. Папа, ага. Папа, смотри. Где? О, а вон тарзанка, смотри, Дианка. Тарзанка? А вон, смотри, тарзанка, видишь? Ага, вот такая. Да. Покатайся, пока никого нет. Где люди? А, да? Ну да. Ну я думал, ты имеешь в виду прям какие-то работники парка или что-то там. Нет, просто люди, они пойдут и пожалуются. Mm. Папа. А.
А она, кстати, и пристегнута даже, тарзанка, на ней не покатаешься. Она, он, видишь, привязана на веревке. Ты хочешь покататься тихо, да? Ты залезь тихо, а покатайся, и мы пойдем. Все, никого нет. Да? Ладно, пойдем, блин, пойдем дальше. Пойдем, а то будет жаловаться, пойдем. Она, видишь, закрыта, тарзанка, на ней не покатаешься. Угу. Он указатель даже. Идет она вон там. I think she wants to be lost. О, мама, я нашла грибы. Ну, это, наверное. Непонятно, что за грибы. Вот видишь такие? Давай посмотрим. Они хорошие, наверное. Ой, не, думаю, да нет, это, наверное, нехорошие грибы. Нет, это нехорошие. Пойдем дальше куда-нибудь. Указатели разные. Обезьянки туда-сюда показывают. Туда. Угу. Папа. Давай. Let's go to number two. Вот тут. Climbing safety rules. Угу. Чё, жарко ли? Мама, смотри, climbing safety rules. Ага. Да. Два, тут, на, номер два, вот сюда. И грибы тоже есть. Это illegal, это trespass. Нельзя быть. А если подойдет этот он, расскажет, что вы забыли в моем парке? Ну, мы там читали, что это самое. Просто здесь написано, что на эти вещи залазить нельзя без страховки. Это на вашей совести и ваш риск. Это не бесплатный парк. Еще тем более не. Ну, здесь. Мы парк вообще. Мы пользуемся парком. Мы просто ходим по нему. Вы пользуетесь парком, потому что вы ищете здесь и грибы. Ну. Нет, это. А где нам еще грибы? Вот, видите, грибы тут. Нормальный лесу. Где? А где нормальный лес? Вы об этом лесу говорили? Не знаю. Ну, может, мы первый раз сюда приехали. Мы не знаем это вообще. Этот же номер два. Это лесом как бы. Это прям вот сами здесь как грибы. Ой, красота, даже деревья там шевелятся на макушке. Классно. Даже звезды на макушке. Прелесть. Ладно. Куда-то идем. Я иду за грибниками. Вот, похоже, они тоже не знают, куда идут. Ну, интересно. Вот тут, конечно, похоже, что это вообще парк для совсем других развлечений. Но, тем не менее, все равно интересно. Никого нет. Хороший. Ой. Папа, смотри. Угу. Смотрю. Угу. Никого нет. И хорошо. Ух ты. Дианка, пойдем. Мы идем к машине. Пойдем. Давай сюда. Пойдем, Дима. Где-то птицы поют. Я нашел самый хороший гриб. Угу. Мама, где ты?
нашел гриб, но он хороший. Или не хороший. Лен, ты где? Дианка, ты грибы руками не бери. Потому что мы сами не знаем, что это за грибы. Ага, вон она идет. Мама, я нашел. Мама. Там тут куча грибов. Да. Вон чистая. Вон там. Вон чистая. Ты понюхай, как вот это пахнет. Пахнет. Да он, может быть, пахнет хорошо, а есть его нельзя. Да? Настоящий гриб пахнет. О, слушай, так ну вот ты. Я говорю, из них куча. Наступи. Ну-ка. Куча грибов. Где она не выступает? Вот пахнет, да, как будто да, гриб такой настоящий. Да, вот это хорошо пахнет. Мама, иди сюда. Я нашел хороший. Не знаю, надо будет, блин, спросить. Мама, иди сюда. Сейчас, иди сюда. Папа, стой, вот я. Они уже желтые, они уже старые. Мамочка, а вот этот? А вот этот? Ой, какие маленькие. Вот тут, вот тут. Я здесь еще нашел два гриба. Мамочка, смотри. Иди сюда, какой хороший. Мама, смотри, какой хороший я нашел. Слушай, вот мы к нему поляну вышли. Мама, мама, во-во-во. Ну, говорят, что грибы на полянках растут. Это good. Сейчас снова свежий. Хороший. Ну, пахнет вроде хорошо. Ура, я нашел мой парфюм. И даже это second one. Да, ну тут шляпка от парфюма. Да, и не надо. Его брать. Да, вкусная. Вот, вот еще. И вон там, и вот тут. И вот. Здорово. Ой. Давай я тебе ем ножичек, да? Ты будешь срезать. Мама, а мне тоже можно? Не, когда, когда пойдем в лес, я нашел. Тогда я буду искать. Что делать? Она просто не хочет собирать грибы в парке. Это не цивилизованно, понимаешь? Она же у нас цивилизованная девочка. Да, если здесь в парке стоит преграда, значит здесь нельзя ходить. Если здесь парк, то здесь нельзя грибы собирать, правильно, Ева? Да, это чья-то другая территория. Если мы едем в другую территорию, это называется trespassing. Trespassing illegal. Понятно, Ева. Так, а вот смотри, Ленечка, я еще нашел гриб. Нехороший или нет? Хороший. Хороший или нет? Леночка... Лен, вон, смотри, под кустиком. О, да! Вот он цвет похожий на вот это. На семейство похожее какое-то одно. Ну, пахнут они очень по-грибному. Хороший грибик. Понюхай. О, it's good. Ой, пахнет как грибы. Ну, знаешь что, она похожа на нашу русскую эту. Да. О, мама! Синявки бывают. Да? Как они еще их называют? Мама! Ой, забыла. Мама, иди сюда, мы нашли. Ладно. Раз давайте один, где-то рядом и другой. Время не терять, пойдем к машине и поедем в нормальный лес. Как у вас грибы? Находите? Ева, а ты туда складываешь грибы, в это ведерко, да? Такое ведро большое. Ах, запах какой хороший. В воздухе веет елью. Немножко как будто грибами. Смотри, что я нашел. Ух ты, Ленчик, тебе везет вот на такие эти самые да, находки. Такой, такой этот самый шишечный банан. Ух ты! О, грибы хорошие.
Как ты их находишь? Слушай, вообще капец. Дар у тебя какой-то просто. Глаз, я вижу, что такое вот... Шишечное. Смотри, что-то нашла. Грибочек. По-моему, там еще грибочек. Шишечки такие палочные. О, стой. Он со шляпкой. Да, они все шляпками. Ева, подержи, пожалуйста. Нет, со шляпкой это плохо. Но они все со шляпкой. Это поганка. Этот мы не берем. Ага. А да? Его юбочка, видите, это поганка. Ну-ка, дайте-ка мне посмотреть. Вот, а видишь, юбочка. Ага. Я думаю, это поганка. Наверное, его трогать даже нельзя. Да, не нужно. А я думал, ты нашла шишечку опять с палочками. Ой, какая шишечка. Она, так смотри, какая прям... универсальная. Это вообще чудо, смотри. Обалдеть, слушай. Она даже что-то может делать. Произведение. Искусство. Что за юбка? Юбочка, вот. Видишь, вот это называется юбочка. Вот такое вот. Беленькое такое. Оно такое вот такое. Лохматый вокруг ствола. Шляпка, это значит шляпка. Они у всех шляпки есть. У всех есть шляпки, но у всех разные шляпы. Слушай, нас интересует большая. Мама, дай запахнуть. Большая шляпка. Взбудораженная такая. Шляпки, они твердая очень. Это обычно тут шляпка. Нет, обычно нас не устроит. Я разделюсь, хорошо? Мама знает толк. Так это твердая должна быть. Здесь вообще что-то это поломное. Это моя шишечка. Здесь столько таких шишечек, прямо вообще. Тут прям вообще целый букет. Угу. Смотри, целый букет шишечек. Да, классно. Ну, грибочки, где мы? Какой-то есть такой челлендж, да, что ты должна проходить эти тропы по разным всем вот этим деревьям. Я думаю, Ленчик, нам надо поехать в другой лес. Ух ты, вот и давайте пойдем к машине, вернемся вот на ту полосу, пойдем к машине и поедем, проедем дальше. Там есть другой лес. Пошли? Ладно, пойдемте. Здесь интересно, так все тихо. Нет, она пока снимает. Ты хочешь что-то рассказать? Так, Ленчик. Нет, это не для всех. А, ты скажи, для всех. Нет. Да? Так, все, в машине, по-моему, туда. Да, пошли вот сюда. Ой, хороший грибок. Отключил? А, так, давай, самое интересное. Мама, смотри, гриб. Отключаю.